Джетта Фосберг, жительница штата Огайо, решила обрезать свои длинные волосы и пожертвовать их в благотворительный фонд «Парики для детей». Эта организация помогает детям, больным раком и другими заболеваниями, которые приводят к облысению. Однако ее мать Хайди Фосберг сообщила, что после того, как девочка пришла в школу с короткой стрижкой, она стала жертвой насмешек и издевательств со стороны одноклассников и других учащихся ее школы. Они ей сказали, что она постриглась, потому что хочет быть мальчиком, что она теперь некрасивая. В социальной сети Facebook мама помогла ей открыть страницу и начала кампанию с призывом к детям собраться возле школы, чтобы выразить протест школьным издевательствам и чтобы они знали, что не одиноки.